Это канал Canada Cars, меня зовут Алекс. Сегодня мы показываем для Украины любимую машину, которая просто, как коррозия вошла в разумы людей. Все любят дизеля. Вот, пожалуйста, у нас единственный дизельный Volkswagen Touareg, который раз в пятилетку появляется уже у нас в автосалоне. Их практически в Канаде нету, но всю Канаду 50 машин, начиная с 2009 или 2008 года и заканчивая 2016 годом, 50 Touareg дизельных на всю Канаду, то есть практически ничего. Один из которых вот у нас тоже есть. Смотрите, значит, машина 2015 года, это уже фейслифтинговая модель. Машина Highline Package, значит, зимняя резина, в идеальнейшем состоянии, она в принципе подготовлена для внутреннего рынка Канады, но также вы можете ее купить и для Украины. Значит, самое главное, это цена, 15 год. Для Украины вот этот дизелек 3.0 турбодизель под ключ в Западной Украине растаможенная машина получится $19 900 США. Значит, для внутреннего рынка Канады, если вы хотите купить ее здесь и здесь ее использовать, пожалуйста, мы вам тоже даем гарантию на нее. Машина подготовлена по всем регламентам квебекского и канадского закона. Значит, машина, цена ее $16 990 канадских долларов, ну, естественно, плюс налоги. Можем продать ее вам, там, финансирование, если хотите, или приходите так, за деньги, как вы хотите. Можете купить из любой провинции, можете прийти к нам, мы вам продадим ее со всем пакетом документов, и вы можете забрать ее в свою провинцию, использовать ее там, даем вам транзитные номера на 10 дней. Для Украины 4 недели, и машина будет там. То есть машина очень быстро доходит через Клайпеду, через Литву. Это дизель, 3.0 дизель, 2015 год. Давайте я быстренько вам покажу. Фотографии вы сможете посмотреть на нашем сайте canadacars.biz. Значит, касательно подготовки, что мы делаем? У нас свой гараж, вон вторая дверь, да? Механик, все машины делает защиту полностью от ржавчины. Все днище сделано, меняем масло, фильтра все меняем. Делаем сервис тормозов. Что значит сервис тормозов? То есть разбираются тормоза, снимаются тормозные диски, снимаются суппорта тормозные, удаляется вся грязь и коррозия, красится. Если видим, что изношены колодки или там сами тормозные диски, мы это все меняем. Ну, то есть у этой машины ничего не было изношено, все отлично, все в оригинале. Значит, у нее есть фаркоп заводской, то есть тягать можете большие прицепы с этой машиной. Фонари уже у нее светодиодные, диски 18, резина зимняя. Кстати, вот интересная фича у нее есть, это активный круиз-контроль с радарами, вот как вы видите, два радара. То есть вы выставляете скорость, с которой вы планируете ехать, дистанцию до впереди идущего автомобиля, и машина сама поддерживает скорость, останавливается, разгоняется. Значит, это фары уже с ресничками идут, вот с такими, адаптивные биксеноновые фары. Есть, вот видите, вот эти перекладины на рилингах, то есть можете что-то тягать. Крыша панорамная у машины. Сейчас я вам покажу мотор, а потом покажу ее в салоне. Машина, кстати, оборудована керамической печкой. Двигатель TDI. Работает, сами слышите, он как новенький. Ну, в Украине, кстати, есть интересные очень каналы в YouTube, где вы можете посмотреть такой же Touareg, только в более старом виде. У человека проехал, по-моему, там 700 тысяч, он до сих пор ездит на нем. Он механик, и он с этой машиной, не знаю, что, вот, кстати, клиенты какие-то к нам приехали. Ну, этот Touareg пока еще не в рекламе, поэтому не за Touareg'ом точно. Здесь все полный электропакет, значит, электрический, кнопка багажника, подогрев зеркал, свет у нее, автосвет, значит, и автоматически кнопка заводки, выбираете режимы. Вот это то, что я говорил, функция REST, подогрев сидений, навигация, камера заднего вида. Сейчас вам покажу, как оно все работает. Значит, камера все четко работает, электроручник.
такая она в салоне. Сзади тоже она чистенькая, абсолютно никаких не имеет косяков. Розетка на 110 вольт. Кожаный салон перфорированный. Коврики все есть у нее. Oui, bonjour. Vous pouvez entrer? Oui. Oui, ici. Oui, nous avons deux units. 148 и 146. Коврики все резиновые, торы оригинальные. Значит, система оборудования Set Blue, вот это вот то, что я вам говорил. Полочка багажника, кнопка. И вот она какая. Внутри, кстати, здесь есть вот такая штуковина, про которую не все знают. Это холодильник, то есть вы можете регулировать температуру в этом холодильнике посредством вот этой штуковины. Также вот есть CD-changer. Это у них у всех есть CD-changer. По-моему, на 6 дисков. Вот, и card reader, то есть карточки можете сюда поставить с картами для навигации. Вот, и так далее. Ну вот, такая у нас интересная машина. Кстати, сенсор дождя тоже у нее есть. Ну, естественно, панорамная крыша. Вот, покажу, какая она. Это все шторка закрывается, и летом никакое солнце не проходит. Вот, коротко рассказали про вот эту прекрасную машинку, дизельную TDI 2015 года. Все, звоните, у вас есть шанс ее приобрести. Итак, для Украины 19 900 долларов США на растаможенная, уже в Западной Украине доставленная будет. И для Канады 16 900 канадских долларов плюс налоги здесь у нас на месте. И оформляем все бумаги вам для постановки на учет. Все, пока!